В регионе продолжается активная работа по вакцинации. В особенности возрос спрос на вакцину Pfizer. Подростки, беременные, кормящие женщины добровольно получают прививку. Насколько востребована эта вакцина в области, расскажет Айгерим Бегенова. Тамирис, ученица 11 класса средней школы номер 2 села Красный Яр. Первый компонент вакцины Pfizer она получила в прошлом месяце. В прошлом месяце получила первый компонент вакцины Pfizer. Почему я решилась? Потому что это важно в первую очередь для меня, для моего здоровья. Я сама, так сказать, добровольно решилась на получение этой вакцины. Самочувствие было хорошее. Немного поболела рука, а так все хорошо, температуры ничего не было. На сегодняшний день привиты 36 представительниц прекрасного пола. Это 13% от общего показателя. В поликлинику села Красный Яр поступило 84 дозы вакцины Pfizer. 48 человек уже привиты. 13 из них подростки, остальные 36 – кормящие женщины. На вакцину Pfizer есть спрос. На базе Красноярской поликлиники прикреплено около 10 тысяч человек. На сегодняшний день около 5 тысяч получили вакцину. Более 300 человек прошли ревакцинацию. Айгерим Бегенова, Абзал Балтабаев, Бауыржан Смагулов, Берег Манап, Кокчаакпарат.